Ребята, всем здравствуйте, с вами Олег Огненный, и мы возвращаемся в игру Нио. Ну что ж, наш самурай Уильям, пока еще просто Уильям, он еще не стал самураем, он не принял кодекс Бусидо, да, кодекс чести, он просто идет по пятам и пытается выжить, найти какие-то ответы на то, что происходит вообще здесь, в этой стране. Честно, я тоже не понимаю, что происходит в стране. Ну, можно понять, что... Это, как сказать, разбойники напали на деревню, решили пожиться какими-то вещами и так далее, и так далее. Как раз, когда в стране происходит битва, сражение, да, войны. Я не замечал, что наш Уильям этот, испускает пар, когда дышит. Прям так интересно. Значит, там достаточно прохладненько. Ну, ночь, конечно же. А там такой климат. Ну что ж, давайте продолжим. Мы... Ах-ах-ах, я забыл про него. Ой-ой-ой, какое неудачное начало-то, а? Я более-менее научился восстанавливать ки. А вот, как сказать, сражаться пока еще достаточно немножко это-то опасненько. Не то, что опасненько, а это просто... Почему-то мне кажется, что сложно. Ну, может, из-за того, что я просто путаю... Все, ки восстановлено. Можете заметить, когда этот, у меня, получается, происходит резонанс. Вот, я хоп, восстановил ки. Прекрасно. Так, стрелы. Стрелы — это важная вещь, потому что здесь, как вы могли заметить, лук — это убийственная сила. Мы добили одного. Давайте добьем второго. Прекрасно, потому что здесь же, помните, мы сражались с тремя, с четырьмя, ой, там вообще, это ясное дело, никогда нет такого, ну, такой тактики сражаться с кучей противников одновременно. Так. Восстановили ки. Но когда восстанавливаем ки, мы можем немножко, так сказать... Пропустить удар противника, удар босса или кого-то еще. Эта броня слишком тяжела. Я в ней с трудом шевелюсь. Ну что ж, а если она тебе тяжела, посмотрим, может быть, на меня она будет хорошая. До разбойник и до военачальник. Но она, да, превысит наш вес экипировки, поэтому пока мы будем ходить до с разбойником. Так, еще что мы можем? Коте... Ага, ну у нас пока хорошие коты, поэтому не стоит. Так, латы пока тоже не стоят, но все хорошо. Так, давайте посмотрим. Коты. То есть, ну, наручи, да, уж если так сказать. Большой лук Юми. У нас пока самый хороший лук стоит. Так, копье пехотинца тоже пока самое лучшее. 70 урона. Плюс, заметили то, что этот, благодаря, я так понимаю, тому, что у нас... привыкание, да, привычность оружия, мы достаточно хорошо с ним сражаемся. Он увеличенный урон. Так, талисман, кабута, каякудама, коте задира и амулет путешествий. Давайте посмотрим, что за амулет путешествий. Оберег. Давайте еще один оберег поставим. Так, коте разбойник. Нет. Кабута. Кабута военачальник. Но у меня пока самое-самое. Так, амулет путешествия. Амулет, благословленный богами, покровитель путешествий, переносит вас в святилище, в котором вы последний раз молились. Статуи и монументы, посвященные этим богам, можно найти на окраинных поселениях. Считается, что именно боги-покровители путешествуют властью над гранью, разделяющей мир людей и мир йокай. Так, талисман указателей. Будет отображаться до завершения задания. В этом талисмане, не дающем человеку сбиться с пути, заключена сила Дзидзо Босацу. Бодхисаттвы, защищающего детей от ранней смерти. Да, бодхисаттва еще есть такое. Хорукадама, шарик, наполненный порохом. Мощные взрывы и осколки наносят урон. Не вызывает возгорания, ценится за свою ударную волну и пробивную способность осколков. Прядь волос павшего в бою юного самурая дает очки навыка самурая. 2. С древности считал, что волосы умерших заключают в себе волшебные силы, способные дать силу и защиту тем, кто их носит на себя. Интересно. Эликсир камень духов. 500 содержит, да, у нас этот, ну, пока хорошо. А священная вода. Вода, протекавшая через внутреннее святилище храма, ненадолго увеличит скорость восполнения ки. Эта вода издревле используется для проведения ритуалов, и ее пьют перед принесением клятв богам.
Давайте вот ки. Да. Малый камень духа можно убрать, он не нужен. Соль. Добыто на солевом поле используется для очищения от порчи. При использовании наносит значительный урон ки, находящимся поблизости йокай. Интересно. И давайте хокудама поставим, да, если что, этот будем использовать. 1, 2, 3. Так, прекрасно. У нас есть самурай, который, с которым мы сейчас будем сражаться. Я восстановил ки. Так, давайте этот. Нужно. Он нанес 3 удара. Мы все их отблокировали. Ахахахахах. Все-таки нужно было выпить. Видите, то есть, как бы не очень понятно. Хотя, наверное, надо смотреть на персонажа, а не наверх. Смотря наверх, я пойму, когда правильно нужно использовать нашу, наше восстановление ки. Ну, по персонажу непонятно, давайте его. Ну, если, то есть, так, как-то смотреть, да. Ладно, быстренько восстановили. Ну, вот, очень удобно восстанавливать после убийства. Во время боя, конечно же, проблематично. Во время боя, конечно, немножко проблематично. Но ничего, мы будем стараться. Так, иди сюда. Так. Так, хорошо. Я, да, я заметил, что во время боя я немножко помалкиваю, но так даже лучше, ведь я сосредотачиваюсь и могу больше сделать, нанести урона или что-то еще. Хорошо, убил. Так. Сунуата, это у нас поножи. Сунуата, это у нас поножи. Так, хорошо. Давайте вот в него, да? Ага, у нас есть одно оружие. Ой, хорошо, это целые, это 1400, то есть не один раз. О, у нас появилось еще одно. Один, так сказать, одна стрела, но давай позже. Так. Господи, ты будешь ты мой, а? А-а-а, вот так вот. Это уже лучше. Это да, это есть. Попробуем. Так, восстановился. Так. Восстановили ки. Восстановился. Так, неплохо. Более-менее получилось. То есть я ударяю, восстанавливаю ки, ударяю, восстанавливаю ки и так далее. И так, да, мы уже тогда более-менее что-то уже получается... Ну, существенное. Не просто, как бы это сказать, да? Полный цикль пульсации ки вызывает резонанс окружающей вас энергии ки и уничтожает скверну загробного мира. О, еще один дух. А-а-а! К ним надо подходить! Вон оно что. Ну что ж, давайте попробуем. Почему бы и нет, да? Thank you.
Есть, хорошо. Ну, последний раз, конечно, плохо я этот. Ух ты, до Ронин, Коте Ронин. Вы выполнили все требования для получения титула. Для просмотра всех полученных вами титулов обратитесь к меню «Титулы». Да хорошо. Ваш уровень репутации повысился, вы получили очки репутации. В меню «Титул» вы можете проверить заработанные вами очки престижа. Ага, хорошо, но это позже. Так, до Ронин. Ронин. Снижение урона, неограниченная магия Оммё, ки плюс 3. Ну, Ронина это более, то есть, если разбойник, это тяжелые доспехи, да, это военачальник еще тяжелее, это более-менее полегче. Ага. Так, Коте Ронин тоже. Но тоже все минус. Неограниченное ниндзюцу. Интересно, прям такими словами прям пишут, прям вах, как будто... И причем мне немножко они, этот, знакомые, ниндзюцу, это использование техники самурая, то есть там отвлечение врага, привлечение врага и так далее, и так далее. Так, кто-то есть у нас здесь? Да, один персонаж. Мы должны его убить, прежде чем начать уничтожать того демона, сами помните про него. Так, нет, Ctrl это. Это Ctrl. Ну, не, там их двое оказалось. Я-то думал один. Вот я не успел установить ки. Ай-яй-яй, почему не установил-то? Вроде бы мог восстановить, но в тот же момент почему-то этот... Я вроде нажал, но, наверное, там есть вот момент, когда нужно дожать. Если вы промахнетесь или, так сказать, забудете, да, то есть, не сможете просто это, то вы, конечно же, проиграете. Так, ну что ж, давайте сражаться с нашим демоном, да? С нашим демоном. Так, иди сюда. А, все, сдох, прекрасненько. Этого мало. Мало я перебил этих ублюдков. Отлично, ки, и мы очистили это место, да, то есть все хорошо. Кого-то он там перебивал. Люди! Монстры! Да, люди, это самые худшие монстры, если честно. Так, хорошо, пойдемте дальше. Ну что ж, сюда. Использован ключ от дома. Горящая деревня не самая приятная, если честно. Я вижу лучника уже отсюда. И вижу того, кому нужно указать путь. Это хорошо. Так, давайте. Так. Обыщем. Что происходит на том судне? На судно надо? Ну, на судно, так на судно. А судно это наше, нет? Так. Прыгать мы не умеем. Жаль. Так, помолимся. Хорошо. Теперь вам доступна способность получить благословение Кодама. Или Кодама. Сделать подношение, дары. Получить благословение. Благословение охотника. Повышает вероятность выпадения материалов. Требуется золото. Повышает вероятность выпадения брони. Оружие. Зарабатываем. Ну давайте вот это вот. Мы типа находим этих чувачков, и они нам дают этот... получить благословение. Это хорошо. То есть не просто так. Это, значит, их стоит искать. Так, давайте мы повесим уровень. У нас 2500 амрита, нужно это. Так. Сложение, сила духа, стойкость. Давайте. Есть. Все, прекрасно. Здоровье немножечко повысили. Сделать подношение, да, если честно, стоило бы.
Так. Вы нашли новый предмет в своем ящике. Эликсир. Прекрасно. Большой лук Юми. Ага. Так. А, так, я, по-моему, R. А, нет, 1-1 я использовал. Да, 1-2. Так. Сюда. Продаем, продаем, продаем. Так, Доронин. Да, пока этот. Прекрасно, еще один эликсир. Куте Ронин. Соль это хорошо. Так, пехотинец, пират, разбойник. Еще один эликсир, очень здорово. Хидзурая пират, Хидзурая пехотинец. Хидзурая. Хидзурая. Наверное, так, как-то так, так. Нет, 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 нет. Бэкспейс. Бэкспейс. Так, сюда, прекрасно. Ага, хорошо, амриты есть, прекрасненько. Так, повысить уровень не можем сделать, все. Ну что ж, прекрасненько. Уходим. Так, бэкспейс. Спасибо, наш великий дух. Хранитель, но мне вот все-таки интересно вот это. Титулы. Информация о престиже. Чтобы получить бонусы престижа, вам нужно потратить очки престижа. Когда вы выберете один из бонусов, он будет заменен в списке доступных на другой. И вы сможете выбрать еще один бонус. Подтвердить. Урон ближнего боя, йокай, сила магии о меду, зарабатываемая амритой жизнь. Давайте урушим урон. Почему бы и нет? Да. Ага, то есть каждый раз мы будем там этот... Список титулов. Ученик Ки, ученик огня. О, господи, ё-моё. Ё-моё. Сколько тут... А, вот, Тихоня. Противников атаковано сзади. 50, очки репутации плюс 5, неплохо. Получили титул Тихоня. Хорошо. Так. Получен титул Фаладин. Уровень репутации 2, очки репутации 0 из 5. Ой, что-то только нету. Так, а это память Амрита. Ну, это я потом почитаю, да, там этот. Записано, записывается все мое прохождение. Так, давайте спускаемся сюда. Тихо, тихо, тихо. Так. Очень хорошо. Так, получил. Так, еще какие-то сокровища. Малый камень духа. А, точно, мы же могли амрита использовать для... Ну... Для того, чтобы как минимум еще получить уровень, так далее, так далее. У нас там много камней духов есть и все такое. Серьезно. То есть только через этого дяденьку проходить теперь, да? Он там хоть один, нет? Вот хрен его знает, да, один там или нет. Да, интересно, как тут сражаться-то в ближнем бою. Да, я тоже устал, ничего страшного. Ого, увернулся от меня. Посмотри-ка, а. Есть. Все-таки я смог его добить. Ну, я не знаю, но это очень интересно, потому что это, то есть... Не так просто это происходит, но тот же момент вроде бы не так сложно, если честно. Особенно если ки восстанавливать, да? Уворачиваться от их ударов и так далее, и так далее. Оселок.
Или оселок. Ну, и тут используется буковка Е, так что ударение будет оселок. Была буковка Ё. О, еще сволочи такие, а. Камень. Че это я, в воде, что ли? Типа этот. Могу пройти через воду или что? Ага. Меня заметили. Да, залезть. Надо этот, прожимать этот быстрее, потому что он не делает, как сказать, комбо, если ты вот один, потом еще раз. То есть секунду, если потратишь на то, чтобы не, ну, замедлишь или что-то. Ох-ох-ох. Кто бы сомневался, что я сюда попаду. Еще есть кто-то? Нет, вроде никого. Ну ладно, неплохо. Мы упали, и ничего страшного, как говорится, этот. Сейчас залезем, если что. Ого. Да, сейчас, конечно. Так, неплохо. Очень хорошо. Еще есть противники, которые могут составить нам проблемы. Надеюсь, что нет. Хотя, может, есть, потому что вон. Эти, как их? Йокаи. Йокаи. Много лет спустя дух снизошел и в наш мир. И пустился в скитание. Откуда вообще появился Амрит, интересно, а? Ты там один? Вроде один. Так, хорошая комбо. Есть. Так, добить. Есть. Хорошо. Кьякудама, эликсир, кожаный шнур. Хорошо. Давайте, что у нас здесь? Тати Ямато Дэн. Каякудама, камень духа, стрела. Так, я так понимаю, мы нашли новое оружие? Если нашли новое оружие, то очень здорово. Так. Нет, не это. Вот сюда. Да. Тати Ямато Дэн. Привычно здесь 300, а здесь 750 принимать. То есть он... Ох, какой мечило-то будет. Так, хорошо. Пойдемте дальше. Ну-ка, покажи мне этот меч. Хорош, хорош. Красота. Сразу заметно, что он мастера. Так. Здесь кто-нибудь был? Нет? Отстань от меня. Понятно, это не очень приятный дух, потому что он сразу на тебя нападает, собака такая, а? Так, обыщем еще. Я никогда не прощу за то, что они сделали прямо у меня на глазах. Не будем думать, что они сделали у него прямо на глазах. Да? Это ничего, ни к чему хорошему не приведет. Так. Получаем противоядие 2. Так, ага, лучник. Что-то ты долго думаешь, лучник. Я думал, он сразу же выстрелит, да, типа что-то типа того. А он не хотел. Так, хорошо, сразу же восстановили. Ага, так. Но мне не очень, если честно, хочется вообще идти. Да, вот-вот-вот-вот-вот сюда. Мне капец как не очень хотелось идти. Потому что местность, как вы можете заметить, не очень.
Отставить. 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 И добивай. Есть. Тигатан. Железный эликсир. Хороший. У Тигатана Бидзэдзен. Но у меня вроде бы лучше, да? Хотя нет, 69. Смотрите-ка. Урон у него. Множитель атаки лучше. Пролом лучше. Тогда ставим его. То есть, понимаете, да? Так. Котте. Разбойника. Вес одинаковый. Ничего особенного не дается. Ладно. Так, что у нас здесь? Точильные камни восстанавливают уровень привычности любого экипированного оружия на 150%. Японские точильные камни отличаются высочайшим качеством. Используются не только для заточки оружия, но и для полировки металлических зеркал. Использовать. Убрать. Странно. Блять, путешествие Хорукодама. Хорукодама. Так. Это у меня, да, у меня как раз здесь была Хорукодама. Так, хорошо. Пойдемте дальше. Так, что у нас здесь с вами? Говорится, не стоит недооценивать противника и лучше восстановить здоровье. Вроде никого. Вроде бы. Так. Ой, как было страшно, потому что неожиданно. Идешь, идешь, и тут бац, у тебя труп поднимается. Прям вообще. Так. Так, хорошо, убили. И остался... Не плачь, не плачь, мое дитя. В следующей жизни мы снова будем вместе. Огромный оберег у Мамори. Ну-ка. Огромный оберег у Мамори. Увеличивает против огня, но уменьшает против всего. Ага. Ну давай, потому что у меня же есть против этого. Так. Ох, кровавая могила. Матабы удачливый. Отравлен. Я вроде выбираю этот, а он почему-то этот. Ну, как-то странно. Хорош. Очень удачно. Ну, как сказать, не то, что удачно, а правильно я восстановил себе... так сказать, ки, и тем самым добил его, пока он упал. То есть восстановить, ну, ждать, пока она восстановится, это долго, а лучше быстрее, конечно же, восстановить. Ну, это все правильно. Сами знаете. Отстань от меня. Лучше поди к моим ногам и умри. Это все, что ты можешь. Больше ты ни на что не способен. Так. Здесь у нас огонь. Пробежать будет проблематично, потому что у нас нет воды, да? То есть тут можно использовать это, воду. Либо воду, либо забраться и по крышам, да, попробовать? Ну, пойдемте попробуем по крышам. Недаром же на нас вот был такой вот эффект. Ого, смотрите-ка. Камень духов и Кьякудама. Так, ладно, идем дальше. А, это вышка, это просто вышка. Ну, с нее можно, наверное, спрыгнуть уж 100%. Да, вот так вот спрыгиваем. Куда можно еще? Так, сюда. Ай-яй-яй-яй, все-таки попал по мне огонь. Очень жалко. Так, ревущий... О, мушкет!
И наконец-то же пули. Ну что ж, давайте поменяем оружие дальнего боя, добавим еще и мушкет. Да, это очень нужное оружие. И давайте сразимся с этим персонажем. Ну, можно и так. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Честно, не ожидал, что он так быстро умрет. Ладно, не будем подбирать то, что там у него осталось, потому что... Ну, так-то это и важно. Ага. Так, давайте-ка спускаемся, потому что вы видите там дух. Его нужно вернуть обратно в святилище. Я, когда спускался первый раз, даже не заметил. Ну-ка, иди сюда. Иди сюда, малыш. Все. Пожалуйста. Беги, беги. Пока-пока. Да, все-таки есть такой удар. Когда падаем, мы можем ударить. Это очень хорошо. Так. Так, здесь мы были. Так, побежали обратно. Ну, очень, конечно, очень мрачненько, но очень здорово. Особенно, когда они так бегают. Это так классно, если честно. Я прям вообще там балдею, как они бегают, конечно. Утягивают меч снизу, так сказать, в бок и бегут вперед навстречу битве. О, какая красота. Сразу в Шогун захотелось поиграть. Ну да, конечно. Почему бы и нет? Ну, слава богу, мы там завалили из деревика, так бы попались неплохую, так сказать, заварушку. Все-таки здоровяки, они такие еще. Ну, не то, что здоровяки, они просто... Это опытный самурай, можно так сказать. Это опытный самурай. Есть обычные осигару, да, или что-то наподобие, на, так сказать, только-только, которые были... Как называют этими? Так, все, оружие у меня, да, мушкет. Были только-только крестьянами и взялись за оружие, решили взяться за оружие. И вот настоящая осигару. Дэм, дэм, дэм. Че, где будем сражаться? Пошли вниз. Че ты тут размахиваешь своей этой фигней, а? Слышь ты. Хорош. Восстановили ки и этот расчистили область. Давайте-ка этот применим наш... навык и уничтожим. Мы еще и поджигаем. Очень хорошо. Живое оружие. Меня будто наполняет какой-то черный туман. Идите ко мне, люди. Вот, неплохо, неплохо. Так, что мы подобрали? Так, давайте посмотрим, что мы подобрали. У Тигатану мы взяли новое копье. Стоит этот взять его. Копье пехотинца, да? Мы взяли новое копье. Ой, мне это не понравилось. Где? Кто? Что? Где? Кто и что? О, как мне это не нравится. Менгу, вор. Че, попробуем еще? Попробуем еще. Это у нас с копьем. Хорошо, я успел и подлечиться, и это, но жалко, что я не успел этот восстановить ки, конечно. Так было бы намного эпичнее, и ну, я бы этот... Вот что меня атаковало! Отстанет меня собака сутулая, а? Так, хорошо, у меня есть противоядие.
Так. Восстановим себе здоровье. Очень плохо, что мы вот так вот, конечно, попались. Четкие какие-то. Четкие. Так. Оберег. Коте. Камень духов. И кусаригама шпиона. Ладно. Пойдемте дальше. Да я вас слышу, но я не хочу к вам вообще никак. Ни капельки. Я так понимаю, это бывшие люди, да? Да, как уже было сказано, нужно поменять оружие. Да, это бывшие люди, с ними что-то стало. Может, они стали одержимы тем, что этот решили ну, спасти как-то своих любимых или что-то еще, или продали душу специально против этих они. Они, как еще в японской мифологии, это демоны, да? Поэтому Нио это называется демоны или они. Ну, не они, а они. Ага. Так. Лучше уж я вон сверху разнесу башку. Хотя можно и здесь. Ну-ка. Чего ты там орешь? Ладно, так вот и разберемся с ними, да? По-быстренькому. Ну-ка, ну-ка, давай. А я вот так. И я был круче. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но нужно уничтожить вот это вот. Святой Сан. Что-то капец у меня, конечно, пробивает. Наверное, из-за того, что я с блока этот снимаю. Потому что я блок снимаю в ненужный момент. И он мне, типа, да, вот туда вот так достает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, успел, блин, капец. Огонь — это опасная штучка. Сколько у меня пулик-то осталось? Не знаю, сколько у меня пулик осталось, но чуть-чуть вроде бы. Поэтому не будем тратить их зря, да? Осталось один раз подкрепиться едой, одно лекарство. Очень плохо. Может быть, сейчас найдем лекарство еще? А было бы неплохо, хотя бы два. Как странно. Похоже, этот меч светится. Да, почему же он светится? Хироко Дама Отёку. Малый камень духов. Как вот он попал, я не понимаю. Ладно, более-менее справились. Но нужно учиться, учиться, еще раз учиться. Но это с опытом придет. Я что, я играю-то, если так посмотреть, 3 часа, наверное, 3 час только. За 3 часа я хочу научиться полностью играть в игру, ага. Вот смех-то, а. Даже трусом вроде меня может повести. Атака в падении. Нажмите в воздухе для X или Y. Да я уж понял. А здесь типа этот. Кто кого перебьет, ну давай. У него молот, да? Ой, получили урон. Я так и думал. Это спрыгнет, нет? Пули,
что-то еще, золото. Где их? Ага, ща, размечтался. Ой, очень хорошо получилось. Все-таки пока что вот такие вот удары, да, связанные, так сказать, ну, как называется-то, господи, более-менее быстрее, нежели тяжелую, лучше использовать, конечно. 4500, неплохой урон в голову, это то, что мне нужно. Ты меня ждешь, что ли? Я что, на небеса попаду? Что? Это я тебя туда должен проводить? Ага. Неплохо, но зачем я сюда иду? Было бы неплохо, если бы здесь было святилище, да? Это да, а это что-то не очень похоже на священство. Лучше умереть, чем попасть к ним на лапы. Вы получили меч... меч для харакири. Ну почему не перевод харакири? Это же сеппоку. Сеппоку. Харакири — это неудавшийся, то есть это, так сказать, бесчестное самоубийство, то есть без чести. А харакири, а сеппоку — это вот с честью, так сказать, может быть, с достоинством, что ли, не знаю даже как. Короткий меч, использующийся в ритуальном самоубийстве известного генерала харакири, также известного как сеппуку. То есть, видите, ритуальное самоубийство методом спаривания живота, использующееся и как наказание добровольно, с целью взять на себя ответственность за ошибку или неосторожные действия. Совершая харакири, воин сохранял свою честь, демонстрируя готовность подвергнуть себя самому страшному наказанию. Используйте этот предмет, чтобы совершить харакири, при этом потеряйте все, но сохраните свою честь. Вы потеряете всю имеющуюся амриту и вернетесь в ближайшее святилище. Очень классно, если честно, сделано. То есть прям вах. На, мне прям вообще молодцы. Это что у нас? Камень духов. Это что у нас? Копье Дзюмонзи оруженосца. Давайте посмотрим, что же за копье это такое. Так, копье Дзюмонзи оруженосца 76. Урон увеличится и пролом увеличится, но парирование не очень. Давайте с ним попробуем. Так. Поменяем на копье и начнем это. Сражаться с Ко. Так. Хорошо, установили ки. Остановили ки. Остановили ки. Остановили ки. Есть неплохо. Мэнгу редкость, хоть зарой. Хидза Йорои редкость, до редкость. Неплохо, конечно, но мы этот, у нас нету вообще ни хп, ничего. Давайте смотрим, кабу там. Менгу, редкость. Пока что не очень. До, разбойник, до, редкость. Ага, вес чуть-чуть увеличится, но увеличивает все и против пролома, ладно. Попробуем. Коте. Кот и разбойник. Так, 4-8, 4-8. Не то. Хидза Йорой, редкость. Ага, увеличивает все, но достаточно тяжелое для нас. 32,6 будет. Сунаэте. Ага, ага. Множитель защиты. Давайте-ка вот так. И вот так. Так мы зато хотя бы будем этот себя, ну, чувствовать более-менее. Жалко, у нас не осталось ничего, что можно было бы восстановить нам. ХП, противодействие, лок. Оселок, локон, соль, малый камень. Камень, если что, ну да, камень, меч. Можно только сделать себе харакири и больше ничего. Ну, я больше святилища не вижу. Ближайшего где-нибудь. Только там, в этом было. Ну, в начале поселения, и все.
Я должен их предупредить. Должен удрать с корабля. Человек. Ну мне один хороший удар или один плохой. Так, что у нас здесь? Взяли немножко, наверное, этот амриты. Амрит у нас 87 8000. Это очень хорошо, если честно. У меня сколько пуль-то осталось? Одна? Серьезно, одна пуля всего лишь? Конечно, нехорошо. Не, ну нафиг. Вот сейчас мне как раз, да? Идти. Ох, ё-моё. Ё-моё. Да, мне надо бы в этот... в храм. Мне нужно, короче, открыть вот эту дверь. Открыв эту дверь, мы сможем с вами быстро путешествовать. Это очень хорошо. Так. Пробежались. Давай-давай-давай, беги-беги-беги-беги. Отлично, отлично, помолимся. Все, мы хотя бы чуть-чуть. Так, давайте повысим уровень, у нас достаточно хватает. Сила духа, тип оружия, меч и влияет на ки. Влияет на ки, да, тем больше у нас ки, тем, да. Чуть-чуть здоровье увеличивается, ки чуть-чуть увеличивается. И атака в ближнем бою для, ага, стойкость. Увеличивается хп, ага, ага. Сложение вообще больше. Сила. Сила, топоры и отдать. Пульсация ки, очки навыков самурая. Навык дает все. Да, типа этот, но по чуть-чуть. Ловкость, ага, магия. Ага, и дух ки. О, дух очень много дает. Ну-ка давайте ки. Так, нет. Ки побольше усилим, да? Так, вот так. Потому что нам нужно увеличить количество ки. Смотрите, мы усиливаем дух. Связь с духом-хранителем 50-100, то есть чем дольше, да? Не очень. Нам бы, конечно, сила духа. Вот это вот лучше. 20 хп дает. Это дает 30 хп. И атаку для... копья тоже дает достаточно больше, но нет. Давайте вот так. Мы увеличим стойкость. И сложение. Вот так вот. Да? Нет, не сложение, а силу духа. Да, вот так. Все, супер. Начало пути самурая. Мы получили 10 уровень, я так понимаю, да? Так, сделать подношение. Две утидогатаны. Ага. Так. Акупунктурная игла. Игла для акупунктуры нейтрализует паралич и избавляет от любых накопившихся от него эффектов. Эти иглы при грамотном применении в определенных точках тела способны исцелить от множества недугов. Это очень хорошо. Так, продаем. Хорошо. Хорошо. Так, ага. Дальше, ага. Дальше. Продаем. И вот это. Да. Все. А. Веер. Это типа как этот. Да-да-да, береги, да? Веер. Удача. Выстрел воды. Ага, ага. Четкое снижение урона от Йокая. Снижение периодического урона от ядов. Надо будет. Ящичек для лекарств. Ящичек для лекарств. Сила ниндзя, снижение наносимого сзади урона, снижение периодического урона ядов. Тоже очень интересно. Так, продаем. Надо вот эти тоже убрать. Убрать, сделать подношение. Сделать подношение. Веер что дает? Удачу дает. Усиление отрицательных эффектов. Паралич, а, действия минут. Нет, не нужно. Хорошо. Все, прекрасненько. Ага, поехали дальше. Не-не-не-не-не. Като. А смысл сменить? У меня все одно и то же. Мне смысла нет менять. Получить благословение вот... О, благословение оракул можем получить. Увеличение количества зарабатываемой амриты на 5%, да?
А благословение охотника повышает вероятность падения материалов. Ну, давайте пока материалы будем ловить. Чего нет-то? Почему бы и нет? Так, дары сделали, это сделали, это сделали. Все, прекрасненько. Давайте. Экипируем наши аксессуары. Четкие. И ей ящичек для лекарств. Конечно же, аксессуары. Никакие не аксессуары. 1700. А, давайте этот. У нас же много всего этого. Как их? Вот. Малый камень духов. Так, использовать. Значит, кнопку использовать. Ладно. Что, только так, что ли, можно их? Слишком долго так. Я так офигею, амрит это добывать. Не, что-то нет, не очень. Я могу, конечно, их вот сюда, типа, поставить. Это 5-6 будет кнопки, но... Что-то уж слишком. Камень духов. Вот, 3500 будет. Это очень хорошо. Редкость использовать, назначить кнопку. Использовать. Ну, использовать же это X. Или, подождите, использовать... А, использовать это у нас, вот, смотрите. А нет, X, все правильно. Странно. Ну, ладно, давайте пока так. Потом, может, я найду, когда, как правильно их использовать-то. Потому что, а что они лежат? Мы хотя бы уровень повысим. Так, хорошо. Эликсир. Так, пойдемте. Повысим, помолимся. Так, вот, повысить уровень. У нас 6 тысяч. Мы хотя бы этот. Два раза сможем повысить. Даже вот просто сложение, да, типа. Сила нам дает всего по чуть-чуть. Даже пульсацию ки и очки навыки самурая. Что значит очки навыки самурая? Это что такое? Давайте я покачаю, но я не понимаю, что такое очки навыки самурая. Хорошо. Так. Титулы. Информация о персонаже. Титул. Все одно и то же. Так, это все правильно. Состояние. Ага. Опа, так. Помощь мне не дается. Жалко, я бы почитал, что есть что. Ну, давайте я потом посмотрю и пойму, что есть что. Так, мы сейчас находим. Мы сейчас с мечом. Чё-то как-то он это очень интересно смог этот. На меня атаковать. Я вроде бы этот. Давай, чуть-чуть осталось же. Хорошо. Суна это пират, кот и пехотинец. И еще один эликсир. Вот очень хорошо. Мы его сейчас и используем. Так. Ага. У нас есть оружие, так? Ведь сколько стрел? Сколько? 5 стрел. Прекрасно. Мы имеем 5 стрел. Это очень хорошо. Давайте сначала разберемся вот с теми вот собаками. Минус. Иди. Ага, сейчас. Так я тебе и дался. Вот так. Заработаны очки навыки самурай за умелое обращение с катаной. 1. Да я все понимаю. Но что это?
Это вот эти, что ли, 19? И что они мне дают? Как, типа, я улучшаю себе владение с катаной и все такое? Но я только рад буду. Просто мне бы понять, что это такое. Вот что. Так. Давайте возьмем вот эту стойку. Похоже, дверь можно открыть лишь с другой стороны. Серьезно. То есть я должен сейчас на нее упасть, да? Ага, сейчас, размечтались, блин. Делать мне нехер. Сражаться с демоном внутри там. Угу. Идите, знаете, куда? Со своим этим. Неплохо, неплохо. Ну, по крайней мере, мы хорошо так этот смогли... ну, получается, сверху так, хоп. Так, я вижу этот духа, которого нужно спасти. Интересно, я умею плавать? Я умею плавать? Ну, не то, что плавать, хотя бы этот просто подошел. Приветик, малыш, беги домой. Вон там твой домик, вон, вон, видишь? Все, молодец. Молодец. Так... Ведь что у меня готово, так сказать? Большой лук Юми и дерево. У меня готово наш дух-хранитель, живое оружие, да, как было сказано еще. Это должна быть не пыльная работенка ради легких денег. Ага, то есть здесь мы еще ходить можем. Это хорошо, да, мы уже утонем. Не хотелось бы. Так, что у нас здесь? Камень духов, еще два, еще 1000 амрита мы нашли, это хорошо. Водяной камень, да? И что с тобой стало, а? Он быстро этот, сражается, да, этот, как сказать, я не успеваю за ним. Тут надо вот так только. Тут только так. Потому что у него низкая стойка. У него была низкая стойка. Я вообще не мог, как сказать, убежать. Я нажимал, да, как сказать, пробел, чтобы увернуться. Но у меня не получалось. Так, меняем оружие на катану. Потому что мы сейчас будем... Так, нет. Средняя стойка. Потому что мы сейчас будем сражаться в достаточно... В таком месте, где у нас нету... Ого, нету этой не широты, получается, а места просто нету. В месте, где нет места. А чё нихера не видно-то? Рабы? Их увозили, что ли? Мне вообще не нравится. Ну, отлично. И как тебя зовут? Он мне не нравится, честно. Ну ладно, хоть огонь появился, хоть этот видно. С кем сражаться? Так, хорошо. Оху-ху-ху-ху, больно. Ты так не делай больше, ладно? Да не так, тоже не делай. Ну вот, мы погибли. Не. Интересно будет. Интересно будет, потому что он этот, находится. Ну, как сказать, в таком помещении, где нам этот, надо этот, уклоняться, бегать, да, этот, все такое. Ладно, с этим более-менее разобрались. Блин, каждый раз их что ли так это? Устал, да? Я тоже, бывает, устаю. А ты-то откуда взялся? Ну вот, а. Я забыл, что там еще этот есть. Как его? Челка, связанный с этим.
Давайте так пробежимся, да и все. Ничего страшного, если мы просто так прибежим, да? Это, так сказать, все, мы этот пришли к боссу. Сразу с ним сражаться. Ой-ой-ой, а. Интересно, защититься от него можно? Наверное, можно уж. Раз этот помещение такое, да? Защитился, но потерял почти всю выносливость. Вот это плохо. Ай-яй-яй. Ну-ка иди сюда, попробуем так. Ну конечно, у него же должна быть вторая фаза. Как же без этого-то, да? Да, блин, я же уклонялся. Ясное дело, я не защищусь от этого ядра, но я уклонялся, серьезно. Ладно, побежали еще раз. Будет очень интересно. Куразей, Куразей, да. Отстаньте от меня, просто добегаю до босса. Я просто сражаюсь с боссом, а не... Я сражаюсь с боссом, а не с вами. Можно убежать, это хорошо. Да как, я же уклонялся. Да, блин, вообще. Он из-за этих его дурацких штук, которые мотаются туда-сюда. Очень-очень... короче. Ладно, побежали еще раз. Мы пройдем, я пройду. Все равно я его сегодня пройду. Я его пройду, я вам 100% говорю, я его сегодня пройду. Возможно, вы много моих попыток... проигрышных не увидите, но я его пройду. Он не такой сложный, плюс это первый босс, господи, чуй. Мы этот привлекаем боссом вот такого масштаба. Так, ага, сразу же начинает свою штуку. Так, заново подойди поближе, чтобы я смог тебе. Вот, это первый удар. Вот он, заново своей, да? Так. Так. Так, его вот эта вот штука, ага. Так, заново. Подбегаем к нему заново. Ага, за спину. Несколько ударов, защита, блок, сработал. Восстанавливайся, Ульям. Ай-яй-яй-яй, вот это вот нельзя было пропускать. Нежелательно, по крайней мере, было. Опять пропустила. Слишком я, что ли, этот? Близко, ой, далеко от него стою, что ли? Так, вторая фаза. Вот он сейчас начинает, вот кидает. Я убегаю. Вторую кидает. Я убегаю. Я убегаю, сказал. Так. Опять он на свою эту штуку. Так, пока что силы есть. Плохо. 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 Так, есть. Есть. Плохо.
Очистили местность. Уклонение. Так. Очистили местность. Назад. Уклонение. Плохо, потому что не успели очистить местность. О-хо-хо-хо-хо! Собака сутулая! Убью тебя нахер сегодня! Но уже лучше. Смотрите, это четвертая попытка, и мы уже более-менее с ним расправились, да? Лучше... Так, я не думаю, что мне лучше использовать эту... Как сказать ее? Стойку нижнюю. Пока что стойка верхняя меня... Ой, это средняя стойка пока меня очень сильно устраивает. Он медленный, заметно, от него можно уклониться. Ничего страшного в этом нет. Еще по резонансам, ну, можно было... Ай-яй-яй, вот это вот я опять пропустил. А-ха-ха, неудачная попытка. Ничего страшного, поехали дальше. Интересно, сколько у меня времени уйдет на то, чтобы победить его, а? Ну, ничего страшного. Победить победю, а потом уже этот. Давайте, ребята, я остановлю запись и молча попробую его победить. А потом, конечно же, просто вставлю и буду молчать, а вы этот уже смотрите, посмотрите победную, так сказать, серию. Поехали. Thank you.
ребят, у меня больше нету слов. Все, я успокаиваюсь. Я, блядь, потратил, сука, целый час на то, чтобы разъебать эту хуйло. Блядь. А, пиздец, ребята. А. Надеюсь, не было слишком громко, ребят. Ладно, все. Все, успокаиваемся. Все, ребят, я более-менее успокоился. Блядь, я потратил целый час, чтобы просто отпиздить, блин, это хуйло, блядь. Иди вперед. Целый час. Попыток, наверное, 30 было уж точно. О, дайте. Так, оружие. О, у меня аж голова закружилась, блин. Хорошо, у тигатана. Тигатаны нету нормальной. Ладно. Большой лук Юми. Конечно, очень хорошо против нее используется это стрелковое оружие. Прям вообще мне понравилось. Но у меня не хватает патронов. Если был бы магазин, я бы закупил. А тут что-то нету. Иногда я использовал стрелковое оружие. Прям хорошо заходило. А тут что-то прям как-то не очень. Ох, ужас. Ну да, на боссов вот без этой штуки, конечно, идти очень сложновато. Если, например, вы, ну, ты не уверен в своих силах. Без вот этого живого оружия, это, конечно, да. Вот, блин, я целый час потратил, чтобы уничтожить ее. Время у меня уже час ночи. Ух, ну ладно, хоть уснул более-менее спокойно. Так. Давайте вот этот вот суну, это разбойника. Ага. Еще, блин, дается-то всего лишь 3 этих, как его? 3 хилочки. Выполнение задания будет прервано, и вы вернетесь в начальную точку? Нет. А какое задание? Че? Я что-то не выполнил, что ли? Может куда-то зайти? Нельзя. Ладно. Да, поехали. Какое задание? Непонятно. Ладно, пошли. Собака, блин, сутулая. Ужас. Хрень. Китайская. Можно сказать, японская. А? Кто ты? Иностранец? Твои успехи в боях с демонами впечатляют. Как и твой английский? Мое имя Ханзо Хатори. С кем имею честь? Можешь назвать меня Уильям. Я кое-кого преследую. Врага? Выследить кого-то в чужой стране будет непросто. Окажешь мне помощь в борьбе с демонами, я помогу тебе. Соглашайся. Что ж. Ух ты, котяра. Светает. Серьезно? Нормально. Пора идти. Мне бы какой-нибудь городок, где я мог бы более-менее распознать все вот эти вот искусства меча, там и так далее. Блин, было бы классно, но нет ничего такого. Я не понял, что делать с демоном, когда у него мало этот его энергии ки или что там, хрен знает. Я пытался его уронить, он никак не падал. У них же тоже есть какая-то темная энергия ки. Они ее исчерпают, когда я им наношу урон. Так вот. Почему они не падают? Правитель Хидеоси мертв. И за право его, стать его преемником сражаются двое великих самураев. Один из них Исида Мицунари, выбранный самим Хидеоси. Второй мой господин. Такугава Иеясу. Господин Иеясу отправил меня сюда, на Кюсю, командовать армиями западных провинций. Им сильно мешает чудовище, что недавно появились в окрестностях гавани.
Он ко мне обращался. Уильям, твои боевые навыки будут как нельзя кстати. Что-то мне подсказывает, что каждый поверженный демон будет для тебя новым шагом на пути к цели. Для начала заглянем к одному из союзников Иясу, Канбею, властителю Бидзен. Наконец-то город. Ого. Вот тебе и иноземный купец. Я-то хотел взять его в заложники, как следует торговаться, но от мертвеца мне никакого толку. Что посеешь, то и пожнешь. Вы получили обломок Химороги. Если вы воспользуетесь им в ходе выполнения миссии, вы потеряете всю Амриту. Чтобы ее вернуть, отмените задание. Ничего не понял. В Додзё добавлю новое задание, основы управления. Применение управления. Новое задание, путь ниндзя, новичок. Доступно новое сумеречное задание, благословенная деревня. Благословленная деревня. Смерть бандитам. А что нужно сделать? А, типа найти этих, что ли? Не понял, типа какое-то задание. Глубоко в тени одеяние легендарного стратега Дзукин, Аркебуза. Глубоко в тени. Ну давайте на начальную точку. Святилище. Святилище. Ага, так, у нас, давайте повысим уровень и повысим, и давайте здоровье. А то что-то нас вообще прям ужас как бьют. Кузнец, добро пожаловать, ты, похоже, не из местных. Меня зовут Том, и я приглядываю за разбросанными по стране кузнецами моего деда. Хорошо, покупка и продажа. Так, а у меня что... Копье, большой лук. Так, почему мушкет не одет? Странно. Так, вот дать. Ага, да. Ротики закройте и делайте так, чтобы я все продал. Так. Менго-разведчик. Хорошо. Так, нет. Бэкспейс. Разбойник. Дэм. Ага. Берега Мамори. Ага, хорошо. Здесь что? Ну, здесь ничего. Пока что. Ревущие пули. Особые пули, которым нужно больше количества пороха. Крайне разрушительные. У них высокопроникающая способность. Ну, у меня мушкет. Экипировать. А, или чё? А, да, вот у меня был вот этот мушкет, его мы продаем. Так, хорошо, ладно. Покупка, что у тебя есть? Так, ковка. Вы отдали предмет древний текст. Вы отдали даже, не отдали. У Тигатана Бидзе Ден. А, типа, есть такой факт, ну, этот. Редкость выкованного предмета, да? Копье Дзюмонзи и копье Дзюмонзи. Ну, лучше. Ути Бидзеден. А, Тати Бидзеден. И Утигатана Бидзеден. Ну, давайте, ребята, это мы будем уже с вами думать в следующей серии. Я сейчас посмотрю без вас, что тут есть и так далее. Может быть, мне что-то приглянется. Пойму, что это вот за задание, как с ними вообще, так сказать... играться. Но, ребята, спасибо большое всем за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал. Ну что ж, ребята, это было Нио. Оно намного сложнее, чем кажется. Всем удачи. Пока-пока.